Знаешь, старик, как во всякой профессии, хотя, в принципе, я профессией это не считаю, но для меня это как хобби, как спорт. Наверное, здесь самое главное отрешиться, забыть на пару минут, пока ты идешь вниз, обо всем. Потому что если ты не забываешь, кислорода больше расходуется. Неспроста, говорят, человек вышел из воды. И, как говорил знаменитый персонаж генерала в одном фильме, и в воду мы все должны вернуться. Кузьмич, вода чудо как хороша. Ныряй. Так, я сейчас еще один разочек схожу, немножко повесил на десяточке и буду потихонечку возвращаться. А ты жди.